Известный общественный деятель, оппозиционер, политик Жасар Алкуаншалин учредил Центр расследования январских событий для сбора фактов насилия и преступлений во время январских мирных протестов. Вместе со сторонниками он проводит встречи с родственниками пострадавших и представителями прокуратуры. Уже собрано множество фактов беззакония и нарушений, допущенных властями во время январской бойни. Эти факты должны быть изучены. В расследовании январских преступлений также участвует известный гражданский активист и бывший политически заключенный Асет Абишев. Я могу только добавить о том, что очень много людей боятся все еще обращаться к кому-то, не знают, к кому обращаться, что делать. Огромная просьба распространять информацию о том, что мы существуем, и, в общем-то, мы хотим соинициировать международное расследование для того, чтобы обезопасить. И в следующий раз, и вообще в последующем у нас прекратились подобные действия со стороны власти, и о том, что у нас есть беззаконие, я думаю, многие с этим уже столкнулись и видят, и очень важно об этом говорить. Не теряйте времени на фиктивную комиссию, созданную властями. Обращайтесь в Центр расследования январских событий, чтобы поделиться своей историей. Передайте полную информацию о своих расстрелянных и арестованных родственниках. Сейчас преступники в форме обвиняют в своих преступлениях мирных митингующих. Не молчите и не ждите, что виновных найдут без вашего участия. Нет свободы без разоблачения беззакония. Вы можете поддержать работу независимого центра расследований. Пожертвуйте средства на его работу. Необходимо искать и документировать доказательства. А для этого надо ездить в место преступления по всему Казахстану и общаться со свидетелями.